Приветствую вас. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что значит, у вас есть перенос ответственности. То есть такое впечатление, что вы как будто возлагаете ответственность на нее за себя, за свои отношения, по сути. То есть, ну, девочка, вот она так отреагировала. А вы? Как вы восприняли ее перемену, изменение ее реакции, изменение ее отношения к вам, ее приоритеты? Согласны вы с ними или нет? Значит, вы пишете. Встречаюсь с девочкой 7 месяцев, в последние дни она стала холодно ко мне относиться. Вот что произошло? Ну вот, что произошло в эти дни, что она стала к вам холодно относиться? Ну, наверное, что-то случилось, наверное, что-то поменялось в ваших отношениях, наверное, как-то вы что-то, ну, с чем-то столкнулись, вот. Наверное, я, конечно, не знаю, может быть, это и не так, но тем не менее, надо бы выяснить, что произошло между вами, не было ли с ее стороны и с вашей стороны чего-то. Что ей, ну, так или иначе, не понравилось с вашей стороны, вот, понимаете? То есть, желательно, чтобы вы как-то вот раскрыли данный аспект, желательно, чтобы вы как-то рассмотрели его, может быть, немного более подробно, что ли, вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот. Дальше. Она говорит, что работа важнее ей. То есть, опять же, да, тот же самый момент, как вы воспринимаете вот эту вот историю, да, как вы воспринимаете вот эту вот ее позицию по работе, такую, вот, понимаете, да, то есть считаете ли вы, что ее позиция, она адекватна в данной ситуации или нет, вот, воспринимаете ли вы это как, значит, ну, как негатив для себя, допустим, вот, или нет, то есть это все очень важный момент, на мой взгляд. Если вы хотите во всем разобраться. Вот. Дальше. Так, значит, еще не говорит, что не знает, любит меня или нет. Ну, вообще-то, я, конечно,
Не знаю, да, безусловно, но вообще-то за 7 месяцев любовь появляется далеко не всегда. Ну это так вот просто на вскидку. А? Да. За 7 месяцев любовь появляется далеко не всегда и далеко не сразу, далеко не сразу. Вот. Понимаете, какая история? Вот. Поэтому я бы сказал, что было бы здорово, если бы вы определили бы для себя, как вы понимаете любовь. Как вы с ней вместе вообще понимаете любовь. Потому что, ну вот, исходя из того, что вы написали, да, можно предположить, что у вас происходит подмена понятия. Вот. Кстати говоря, любовь, да, если любовь, то человек не сомневается. А если она сомневается, значит вполне вероятно, что там все-таки не любовь. Вполне вероятно, что он там что-то, ну, что-то другое, да, то есть какие-то другие аспекты, вот. Не любовь. Вот. То есть, конечно, любовь может быть, безусловно, любовь может быть, безусловно, но может быть и не любовь. И опять же, вам здесь нужно для себя вот понять, вы сами, какого результата хотите. То есть вам самому, вот, что нужно, собственно говоря. Вот, вы сами, чего хотите, как бы, в этой ситуации. Ну, в этой ситуации, в этой истории, вот. Что нужно вам. Далее, вы говорите, вы пишете, так, я и сказал, тогда отпусти меня. Вот вы возлагаете на девушку ответственность за себя, к сожалению. То есть, как бы, предполагаете, что это она отвечает за вас, за ваше состояние, а не вы. Понимаете, какая история? А на самом деле, на самом деле, да, должно быть наоборот, что это каждый отвечает за себя сам. То есть девушка отвечает за себя, вы отвечаете за себя, и все. Понимаете, какая история? Вот, а у вас здесь как будто бы происходит перенос ответственности взаимно. Вот. Она говорит, ну я боюсь, да, может, боюсь, типа, что ошибусь. Но так это ее проблема, что она боится, что ошибется. Понимаете? Это ее проблема. Вы-то здесь при чем? То есть вы, по сути, себя ставите, опять же, в заведомо проигрышную ситуацию. Вот. Таким образом. Когда вот позволяете ей управлять собой, когда говорите, что, ну как бы, что от тебя все зависит, вот, понимаете, какая история? То есть это неприемлемо,
если вы хотите здоровых отношений, да, то это неприемлемо. Ну и здесь, конечно, очень важно, как вы, как вы себя ставите в отношениях тоже. Если вы ставите себя в отношениях вот так, что «опусти меня», «реши все за меня», да, ну, в таком случае ничего удивительного, что девочка не знает, потому что с одной стороны вы ее привлекаете, с одной стороны, а с другой стороны она не чувствует себя с вами, ну, возможно, защищенной, вот, возможно, она не чувствует себя с вами до конца комфортной, комфортно не чувствует себя с вами до конца комфортно, вот. То есть это тоже может быть, вот, и хотя здесь еще неизвестно, да, то есть, ну, непонятно, так это или не так, вот, но я думаю, что в любом случае выяснить в любом случае это надо бы, вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что вы здесь зависимы от нее, и, судя по всему, да, вот, зависите от нее вы чересчур. То есть зависите от нее больше, чем нужно, зависите больше, чем надо. Вот. Вот и все, соответственно. То есть определите для себя, вы чего хотите, вам что нужно вообще. Определите для себя, что вы хотите. Вот. И, соответственно, уже можно будет что-то делать, можно будет вам что-то рекомендовать. Вот. Вы же обратили внимание, да, что вы свой вопрос не задаете. Вот, нет вопроса. Вот. Вы не задаете вопрос. То есть чего вы хотите конкретно от психолога, да? Чего хотите конкретно от психолога? Ну, я бы сказал так, что непонятно, чего вы хотите. Чем мы можем вам помочь? Что мы можем сделать для вас? Вот. Понимаете? А если этого не знаете вы, то откуда можем знать это мы, соответственно. Вот. Понятно, да? Надеюсь. О чем идет меньше. Вот. Так что смотрите сами, что вы хотите. Как вы хотите, вот, и, соответственно, уже исходя из этого, можно будет вам что-то рекомендовать, вот, и только исходя из этого, вот, только. Ни в коем случае не по-другому, вот. Ни в коем случае, не по-другому. Только исходя из этого. То есть, чтобы мы вам не давали какие-то советы, да, а чтобы вы как-то вот сами для себя принимали решение.
чтобы вы сами для себя как-то решали, выбирали и так далее. Вот. Понятно, да, о чем идет речь? Вот я понимаю, конечно, я прекрасно понимаю, что вам неприятно, я прекрасно понимаю, что девушка, она вас, как бы, ну, в такое вот состояние ввергает, да, которое вам не очень по душе. Вот, но вы вспомните, пожалуйста, о том, что есть не только она, да, но есть еще и вы, понимаете, вот, вы тоже есть, и вот это, то что вы, как бы, тоже есть, это вам поможет, это вас, я уверен, это вас, ну, это вас поддержит, скажем так, вот. А вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Обратите, пожалуйста, отдельное внимание, вот прям отдельное внимание, да, обратите на то, что вы пишете. Отпустить вас. То есть, такое вот впечатление, да, ну, создается такое впечатление, что вам, знаете как, ага, как будто бы, вас как будто бы тяготит, в общем. Это вся история. То есть, как будто бы вы, да, ага, ну, ну страдаете, понимаете, вот. Как будто бы вам вот прямо не по себе эта ситуация. Я понимаю, что вам действительно может быть не по себе от этой ситуации, вот. Но, тем не менее, поскольку, как бы, без вас, да, вот, лично без вас эта ситуация не изменится никак. Вот. То я думаю, что только вам решать, что здесь делать, как поступать. Как поступать, да, и как себя вести. Вот. Потому что, ну, понятно, что девочка, она в любом случае будет, будет, ну, свои какие-то цели преследовать, вот, это понятно, совершенно очевидно это. Вот, и вам нужно заботиться о себе, вам нужно заботиться именно о себе, вам нужно думать о себе, вот. Потому что если вы этого делать не будете, да, если вы не будете, ну, беспокоиться о себе, заботиться о себе, вот, то девушка вас будет уважать и любить еще меньше, вот, чем сейчас. Вот и все. Поэтому вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Вот. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь ответить.
Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.